2 июня в университетской клинике «Казань» состоялась научно-практическая конференция «Современные подходы в лечении гастроэзофагеальной болезни пищевода Барретта». Перед участниками конференции выступили в этот день профессора из Татарстана и Ярославля, чьи работы заключались в изучении болезни пищевода Барретта, методах диагностики и комплексном лечении. Мы делимся, у нас свои. Я в самом начале сказал, что это альтернативные подходы. В Ярославле у Кашина тоже большой опыт. Вот он приехал поделиться своими разработками. Мы представили свои разработки. Кашин резюмировал какие-то разработки, сделанные в Штатах, сделанные в Великобритании, в Германии. Мы свои. То есть это обмен мнениями. Болезнь пищевода Барретта имеет в разных странах разные наименования, которые считают предстадией онкологического заболевания пищевода, и каждый борется с ней по-разному. Специалистам же из Казани своими методиками удалось добиться уменьшения развития рака у населения. Мы добились своими методиками в Казани и в республике, добились со своими методиками уменьшения развития рака. То есть это все доказано статистически, то есть уменьшилось количество рака пищевода на фоне пищевода Барретта. И это, конечно же, совместная работа эндоскопистов, хирургов, онкологов и, конечно, гастроэнтерологов. Стоит отметить, что подобные мероприятия проходят под эгидой Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.